город Макарск, это как бы региональный районный центр, считается, Макарская ривьера. Это, наверное, ну, в этой зоне самый большой город. У них, как бы, наверное, нет деления на село-город, населенный пункт Макарска. Ну, Макарска действительно большой город. Ну, относительно большой, относительно других населенных пунктов. Здесь есть много различных объектов инфраструктуры, в том числе с Макарска ходит паромная переправа на паром на соседние острова, на остров Хвар, на остров Брач. Люди стоят с табличками, апартманы. Вправо это будет дорога в центр, но мы едем как бы по объездной. Так, вот тут, блин. Мадершута. Не мог тронуться. Скалы, три апартманы, вот таблички стоят, можно, в принципе, приехать и найти жилье. Думаю, один из главных бизнесов местных людей — это сдача в аренду. Вот люди часто используют такие дырчики дунговые, скутеры, я так называю дырчики. Это очень популярный вид транспорта. Кто побогаче, конечно, имеет покруче скутеры, чем этот. Этот какой-то такой недорогой китайский. Вообще популярностью пользуются итальянские скутеры Vespa. Но они побольше, и помощнее, и побыстрее. Вот так выглядит Макарска. Это не центр, это как бы считается объездная дорога. Вот слева видели, строится. Люди не прекращают строить дома. По-хорватски дом куча называется. Строят новые кучи. Туристический сезон в разгаре, много машин стоит, видно, что это приезжие туристы, машины, много и местных отдыхающих, номера вижу местные, хорватские. Магазины, торговые центры. Какой-то, видимо, склад. Что-то какой-то склад, а супермаркет, торговый центр. И вот тут поворот для выезда на паромную переправу. Тут светофор. Нам горит зеленый, мы едем прямо. Вот. Макарский город закончился. Выезжаем из города.